У меня крем Юный Османтус. Я уже попробовала все кремушечки, кремулечки, кремулечечки. Ну, просто обычный крем. Ну почему так? Это химический пилинг, это обалденная вещь из трехступенчатой системы очистки кожи. Не, наверное, все, пора подвязывать. Вот, ну естественно, когда это я узнала, что эта программа наступает. Вопрос, который меня волнует. Вот, врачу и могу написать человеку по поводу программы. То есть это два разных пункта. Сейчас я вам расскажу. Вот мой первый этап. Программа состоит из... Я его выложу, я оставлю просто... Что это такое? Просто. Получается 499 рублей, но тут меньше объем. То есть здесь все средства по 30 миллилитров. А что я вам шампунь-то не показала? Что это за пятнышко? Что-то от помады осталось от прошлого видео. Вот, в общем, он хорошо быстро впитывается. Балует она меня. И она попросила вот ответить. Фу! Говорить буду артикул. 41053. Клубничное мороженое. И еще напоследок. В каталоге, ну, поскольку у меня еще нету пока помады с составом, поэтому все, что я могу сказать, это по этому каталогу. Ну и еще расскажу, как я отоваривала купоны, которые нам... А когда их нам давали? Были, и поэтому я решила, чтобы они не пропадали, наберу себе. Взяла сразу два. Все. Буквально через несколько минут кожа выравнивается, цвет лица становится ровным. Из серии Beauty Cafe купила себе два вот таких. То вы все перепачкаете, если вы нанесете. В общем, девчонки, зря я купила этот вантус. Во-первых, сначала, когда я начала выходить из ОК, ОБИ, фу, ОК, ОБИ.